8 марта 1894 год. Кирсанов. Гайка? Чё за гайка? Не, ну ты посмотри, может, левосторонняя резьба? Она дефицитная. Подношу поближе. Видно вам? Смотри, во, кусочек. Вот он. А вот монеточка рядышком. Что это за монета? Давайте смотреть. Царская, нет? Какая-то лысина, Николаевская. Или Александровская. О, 3 копеечки. 1900. Вам видно вообще что-нибудь? Какой год? 1900. О, ничего себе. Глянь, да еще более-менее. Иди, какая-то золотая. Гляди, прям вот, видишь как? Не знал, как четко она лежит, бля. Че это? Советский. СССР, какой-то я режим выбрал. Фокуса нет, не финты. Опачки. Тараямбус. А, пятак. Пятак 30-го года. Я не знаю, мне их уже, красивый, наверное, штук 15. Красивый. Ну, 15, не 15. Это хорошо, все. Отлично. Нормально. Пятерочка. Пойдевать. Здесь 100 пудов монет. Ну-ка, уже вроде как и не 100 пудов. Уже вроде как и не 100 пудов. А, вот, о, гля, какой кругляк. Здоровячая, но лысая. Сейчас я перчаточку надену. Неохота руки пачкать. О, этот перчатку мне Копатыч подогнал. Что это? О, нихера. Опять с левосторонней. Повесим ее вот сюда. Это конская гайка. Конянячая? Да, конячая гайка. О, лысая скотина. Лысая, ёпты. Ничего не разберешь. Тысяча 1970 года, но это, скорее всего, 5 копеек. Да собака, а? Лысая тварь. Ничего, может. Такая Николаевская, да, mm-hmm. Или Александровская. Кто там рулил в то время? А вообще как жопа вся лысая. Ладно, херсин. Она только место в хабарнице занимает. Короче, зажрались мы, пацаны. Сигнал был у меня вот под этим камнем. А потом чуть в сторону отвел. Еще лучше стал сигнал. Другой уже. Вот искал, искал, что-то пин лазил. Она вот лежит, видите? Вот она. Ну, какая-то сэрская. Чуть-чуть я мандякнул. О, да это, ребят, знаете что? Это знаете что? Копейка, ё-моё, 24-го года. Ёпта, с этой стороны прямо она вообще бомбезная. 24-го года компендосик. Целый трак. Кому нужен? Сейчас покажу. Маркировка. А34101СТЗ. Короче, кто находит вот такие траки, их не стоит сдавать в металлолом. Они так дороже стоят. Их как деталь берут. Имею в виду, очень много пробок. И вот мне вылазит вот такая вот железяка. Вот, с защелочкой. И вы уже поняли, что это не простая железяка, да? А это пряжка. И пряжка маленькая какая-то.
Какие-то крылья тут нарисованы. Что это за фигня? Десантура, что ли, какая? Чуть есть. Чуть есть. А? Что она обозначала-то? Пряжечка хорошая, глянь. Все тут целенькое в ней. Пойдет. Ледяная водища. Ой. Камни одни. Вот камня. Великолепные просторы. И вот в этих просторах просто тупо гуляем, можно сказать. И не зря. И не зря гуляем, пацаны. Смотрите. Вон она. Вот она лежит. Ё-моё. Ё-моё, это какая монета-то? Ух ты, Николай. Ах ты, сука, опять затертая. Опять какая-то затертая. Серебром. Ого. 1 копейка серебром. 1800. Какого-то хрен поймешь года. Сейчас протрем. Не пойму, блин. Какого года? 44-го, что ли? Не. Бля, 14-го. Нифига. 1844, что ли? Что это за год такой, я не понял. 1844 год. Нихера себе. Вот она какая. Красотка. Так, Женек что-то поймал. Сейчас мы тут побродим, повнимательней. Ты видишь, тут хутора стояли. Не зря мы сюда забурились. Чё это? Ну-ка, серебром тоже? О, а у меня 44-я, а это какая? 40-я. Ну, лысая. Лысая, да, вообще чудо. Лысоватая. Ну что, может быть, в мыле полежит, отойдет. Так, ну что, когда-то все рано или поздно заканчивается. Ну и наш коп подходит к концу. Солнышко уже закатывается. И мы будем с вами прощаться, но ненадолго. Скоро у нас новый выезд будет. Но прежде я хотел спросить у вас, ребят. Ну вот, если кто знает, вот по этой вот пряжечке. Ну, напишите в комментарии. И что вот это может быть такое за хренотень? Что это за стрелка от часов, что ли, какая? Вот такие вот у нас сегодня находочки. Ни много, ни густо, ни пусто. Вот. Ну что, до новых встреч. Пока.
что там у тебя? Вот это. Это какая-то хуйня. Понятно. Все, я попрощался. Со службой, бля. Это ключик. А,